Понедельник. Новый турнир. Кровавая битва. 5 звезд без зелени. Поставил такую оборону. Но, к сожалению, первое нападение и у меня проигрыш. Ну ничего, постараемся это все дело атакой покрыть. Такую команду атаки я взял. Тут у нас Элизабет. Я думал сначала синими, потом передумал, потому что Горилла. Очень много вариантов думал, но остановился на таком. Давайте попробуем реализовать. Так. Ну, пока не особо. Пока не особо, но что-то будем крутить. Так. Туго желтых нет, красных минимальное количество. Угу. Ладно. Сраная Элизабет. Так и думал, что она будет сопротивляться. И не зря. Не зря сопротивляется? Нет, не зря думал. Не знаю, что сейчас можно... Что получше сейчас сделать? Вот этот ход вверх, зелень. Вывести камень или что-то другое. Можно что-то другое, но вот что? Давай вот так попробуем. Попробовал. Что дальше? Давай попробуем ее убить. Отлично. Ну как отлично? Нормально, но пока без перспектив особенных. Ладно, закинем гориллу, так как она почти уже заряжена, то как бы можно. Можно себе позволить. Так, ну тут просто горилла больше всего предоставляет для меня опасности. И мне кажется, что я ее буду еще раз заряжать, потому что нужно взорвать. Иначе по-другому как-то туговато. Мотега с 4 камней не заряжается, насколько я помню. Вроде бы нет. Ну, как минимум, не должен. Блин, ну ладно, должен взорвать, потому что здесь какой-то шанс еще хотя бы минимальный был. На какое-то комбо, на какой-то приход. Но ничего не пришло. Ладно, еще в пустоту закинем. Опять же ничего. Так, сейчас дивана будет ультовать. Ну и потом уже после диваны еще одна ульта кого-нибудь. И нам жопа. Ладно, если так, то хрен с ним. Взрываю, посмотрим. Ничего не пришло. Красные нас покидают. Желтые тоже в ближайшее время. Да. Да. Они еще и получают ману каждый ход от... Вот как там, бонус стихии для желтых, но не только для желтых, потому что еще у Рэй, походу, с того же года. И они получают все. Ну вот, первый бой. Так, тут у нас Скади. Скади, потом Хуфу и остальные. Так, ну миньонов здесь точно нельзя с собой брать. Так. Давай красных оставим, этих двоих. Но возьмем синих, наверное, в атаку. Вот так, раз. Вот так, два. И вот так, три.
Поехали. После залива я уже особо сильно подбираться не буду. Так, взрываем. Ага. Раз, два. Включаем этих. Так. Хорошо. Хорошо. Ну, тут быстрая победа. Кристаллы полетели как надо. Поэтому мы тут побеждаем быстро и без каких-либо проблем. Ладно, пойдем дальше. Надеюсь, дальше тоже будет нормально все. Так, тут такая история. Ну, можем так сходить опять же. И не зря, не зря. Камень есть. Камень есть. Давай вот так, чтобы она не ультовала. Не хочу, чтобы она мне порезала броню. Так, цик. Хорошо. Хорошо. Раз. Хорошо. Два. Заряжаем синих. Цик, цик, цик. И заканчиваем тоже этот бой очень быстро. Цик, цик, цик. Есть контакт. Смотрим, кто у нас дальше. Людвиг. Да, давайте тоже. Хотя, может быть, стоило диспела взять какого-нибудь. Ну, вижу, что не нужен он нам. Так. Ну, неплохо как-то дальше пошло. Дальше прям хорошо. Ну, поляны отличные. Так, 35. Туда не будем, значит, бить. Закидываем сюда. Там, я думаю, сейчас миньоны по чуть-чуть, да, его доколупают. Так. Хорошо. Закончили упражнение. Пошли дальше. Последний остался. Так, а здесь, кстати, все плюс-минус такое же, как и было, даже полегче. Ну, конечно, если бы разультовался Людвиг, то возможно, хотя там такие плечи. Там такие плечи, что вряд ли какие-то проблемы были бы. Но тоже нельзя недооценивать соперника. Поляна здесь, конечно, овер хорошая. В скобочках. Так, ну, красных хотя бы заряжу. О, отлично. Пускай вкатало, пускай он ударит, бедолага этот. А, он даже не ударит. Ну, тогда еще лучше. Срежем раз. Потом, давай вот так, может быть. Давай синих хотя бы чуть-чуть. Начнем заряжать. Так, вроде бы Людвиг должен отлететь. Отлетел. Хорошо. Тут сделаем так. О, отлично. Хотя, если Ильмаринин зарядится, то не отлично пока. Да, зарядился, порезал ману. Ну ничего, мы сейчас дозарядимся и накажем. Ой-ой-ой-ой-ой, как полетело. Так, раз, два, три, четыре, пять. Нет, двоих хватило. Ну вот и все. Первый день атак закончен. Оборона, я надеюсь, еще будут нападать. Посмотрим. Ладно, всем пока.